Ёперный театр. Я прям к нему побежал! Фу, я прям на него побежал! Всем здорово, с вами Шет, и сегодня... И сегодня мы с вами сыграем в игрушку под названием Case Animatronics. Решил я, значит, сыграть в эту игрушку, потому что он в скором времени должно... Надеюсь, в скором времени должно выйти продолжение второй части, то есть там новая глава, насколько я слышал. А я еще даже в первую часть не играл. Так еще вот недавно было день рождения ФНАФа. Я решил, почему бы и не сыграть во что-нибудь подобное. В тот момент, когда был день рождения ФНАФ, я не смог записать видео, так как я в больнице был. Думаю, вы видели уже подобное видео, где я говорю, что случилось. Обязательно посмотрите, те, кто не смотрел. Я уже проверял тут, запускал на запись, просто ради интереса. И, ну, давайте начнем. Новая игра, да? Я просто ради... проверки, работали, как работает игра. Русская озвучка есть. Это меня радует. Это очень-очень радует. Потому что без русской озвучки мы никуда. Я тем более не буду успевать еще и озвучить. Так. Похоже, я уснул. Уже почти полночь. Это еще что такое? Странно, кроме меня здесь никого не должно быть. Схожу, проверю. Так, чтобы взять фонарик, нажмите Е. Ах, ну да, еще и планшет. Так, подождите, у меня тут что-то с качеством вообще все плохо. Похоже, я уснул, уже так, почти ладно. Полночь. Вроде нормально все. Еще что такое? Заново пришлось. Странно. Кроме меня здесь никого не должно быть. Схожу, проверю. Так, ну это мы уже все знаем. Ах, ну да, еще и планшет. Департамент слишком полагается на эту новую систему наблюдения. Скоро, наверное, джойстики выдадут. И световые мечи в придачу. Сколько же все это стоит? Так, ясно, понятно. Ну что, удобная штука. Лет через 10 такие везде поставят. Но вот человека она все равно не заменит. Пойду осмотрюсь. Перехвалил. Батарея садится очень быстро. Нужно экономить заряд. Так, насколько я помню, у Бена в кабинете был зарядник. Ух ты, ё-моё. Возьми. Это еще что? Мне нужно найти диспетчерскую и включить свет. Схема помещения была в моем кабинете. Угу. Планшет не работает. Ладно, понеслась. Свет. Прикольно. Кончики. Их можно съесть! Да ладно! Пончики! О, господи. Он еще и мигает, фонарик. Что это было? О. Я могу спрятаться, класс. Найдите диспетчерскую и включите свет. Ладно. Нет, не сюда. Сюда. Так, комната допроса. Уборная. Дверь закрыта. Ага. Уборная. Я не могу зайти в туалет. Класс. Комната допроса тоже закрыта. Чё это было? Она.
Зал совещания. Закрыто. Что у нас? Раздевалка. Хорошо. 103. На ключка карту. Здравствуйте. Я надеюсь, вы сейчас не подниметесь. О, код. 4545. Хорошо. Думаю, запомним. Мало ли ради чего пригодится еще. Комната допроса. Ключ-карта. Раздевалка. Дверь закрыта. Хорошо. Ясно. Что за звуки? Ладно. Выход. А пошло оно все. Не пищи. А? Прикол. Бэтмен. Так. Что так? Разыскивается. Ага. Так, диспетчерская, ага. Давайте лучше закроем дверь. А, так ты радио шумит. Я уж подумал. Сейчас аниматроник придет. Так. О, да будет свет, сказал электрик. Ага. И после этого его убил огромный робот-убийца. Нахрена его вообще в полицейском участке держать, кстати, я так и не понял. Я чё, умер? А, нет. Приснится же такое. Так, уже полночь, пора идти домой. Ночной вызов? Надеюсь, обойдется без выезда. Привет, Бишоп. Прекрасная ночь, не правда ли? Я уверен, что ты не помнишь меня. Много времени прошло с момента нашей последней встречи. Как тебе новая система камер наблюдения? Однажды ты забрал все, что у меня было. Теперь настало время платить по счетам. В вашем участке находятся отголоски моего прошлого. Попробуй собрать их. Посмотрим, чего ты стоишь на самом деле. Что за псих? Тоже вопрос. Что со светом? Кажется, у меня дежавю. Фонарь курби. Надо бы сходить проверить щиток диспетчера. Опять? Ну ладно. Еще лампочка горит. Давайте выключим. Кто за электричество-то платить потом будет? Я, что ли? Да ёп, опять? О, закрыт. Чё, Оу, код. Я вас понял. Думаю, надо идти к аниматронику, у него же там код какой-то был. Будем надеяться, он сейчас не исчезнет. Нет, не исчез. Спасибо. Какой там? 6193. 6193. Почему он, кстати, в крови? О, ну чё, он рабочий. Одно точно знаю. 6193. 6193. 6193. 6193. 6193. Запомнили. Мамочки мои. Я пересрался, что это было? Что за крик? Или как там? Женщина из звонка. 6-1. Ой. 6-1-9-3. Так, отлично. Осталось найти электрический щит. Ох, ты ничего не хочешь про это сказать? Фух.
Да выруби ты. Отлично. Хорошо. Лучше. А? Теперь нужно включить второй щиток. Ага. А где его найти-то? Чё это? Ладно. Не будем. Охренеть. Сохранение. Вот это мне уже не нравится. Чё, мне идти к аниматроникам? Это у меня там? Не, давайте... А, не, это тут. Аниматроника нет. Дверь закрыта. Думаю... Ой, ё-моё. Думаю, особо у меня выбора нет, видимо. Ну, вспомнил что-нибудь? Как тебе мой подарок? Нравится? Нравится, да? Он обожает, обожает играть. Ах ты ж не тише ты, позлотиже! А! Так, открылась дверь. Он там. Так, все. Да вон там. Ё-моё. Я вас понял. Очень хорошо понял. Сейчас нужно быть... Нет? Ты меня не видел. Какой стрём! Слушайте! А ведь это реально неплохой хоррор. Ух ты, баба, здравствуйте. Можешь уйти, пожалуйста? Пожалуйста. И тебе прошу. Так, я там дверь видел. Тихо. Так, мы забежали оттуда, откуда он вышел. Как я понимаю. А, тут ничего не осталось. Уходим. Архивы. Чё тут? Склад вещественных доказательств. Скоро я здесь окажусь. Так, ладно. А! Что это было? Что за звуки? Да что? Так это оказывается... ясно. Коробка. Камеру можно как-то починить, нет? Ладно. Ой. Еще один лежит. Кот. Походу мы не то привезли на вещественные доказательства. И почему мы около двери положили? Я этого понять не могу. Так, у меня же камеры работают, нет? Так. Вот это прям хорошо.
Я так понимаю, мне надо обратно в диспетчерскую попасть. Или нет? Или да? Ну, значит, было не было. Я прям к нему побежал! Я прям к нему побежал! Фу. Я прям на него побежал! Я прям на него побежал! Ох, ё-моё! Я пересрал! Не нужно быть таким смелым, одно знаю точно! Ух! Ух! Я сейчас инфаркт получил! Так. Ладно. Спокойно. Инфаркт один есть. Второй, вернее. Да. Так, где я сейчас? На каком я моменте? А, понял. Пропустим. Здравствуйте. До свидания. Не, может подальше убежать? Вот сюда. Давай к нам в офис. Ай-ай-ай, лагает. Давай к нам. Чё это? Да, я ж помню, я ж смотрел прохождение когда-то. Можно было спрятаться, можно будет спрятаться под стол. Так. Выруби. Так. Где этот хрен? Так мы быстрее в диспетчерскую попадем. Какую-нибудь. Вот он! Я его вижу. Идет. Так он здесь прям, он прям. Стоп. Он прям здесь, ёп. Он около меня прям ходил сейчас. А я хотел вылезти. Сейчас этот хрен уйдет. Так, он там что-то сделал. А, тут карта. Блин, я идиот, я не туда попал. Тут карты помечены, вот это вот. То есть мне сюда надо. А не куда я побежал. Я идиот. Его слышу. А, здравствуйте. Ой. Мама ми. Быстрей. Быстрее. Сюда.
А, то есть тут даже выносливость есть. Так это, блин, чисто фанатский Security Breach. Security Breach, если бы он реально был бы страшный. Хотя, по сути, серьезно. Правда, выносливость не показывает. Ладно. Так. Я могу посмотреть камеру? Да, могу. Класс. И этот хрен? Так, ну мне сюда надо. Куда зеленое помечивается? Как я понял. Хрена этого не было. Нету, точнее. А я сейчас где? А я сейчас в шкафу прячусь. Так. Ну, он сюда не должен дойти. Так, а я сейчас. Я вообще не туда пошел. Я вообще не там, где должен быть. Я должен. Большая офисная комната А4. Так. Почему? Я его слышу. Это мне ни капли не нравится. Почему я его слышу? Что, сюда идет? Так. То есть, это рядом с моим офисом где-то, то есть. Ага. Ага, то есть мне... Ёперный ты театр, куда... А, он здесь сейчас, фух. Ну, паниковать сейчас не стоит. Потому что этот хрен сейчас там. Окей, значит, я правильно все поступал, когда бежал к офису. Ладно. Найдите ключ-карту. Где я тебе ее найду? Так, давайте на всякий пожарный закроем. Не дай бог этот хрен вылезет еще. Пончики. Так. Хорошо. То есть мне надо как-то сюда попасть. Вот только как? Самый главный вопрос. Как? Если этот хрен там. Еще ключ-карту надо найти, который находится... Понятно где. Посветим немножко. Ой. Вон здесь. Здесь. Да выруби ты. Не трать электричество. Здесь есть где-то подсказка. На момент записи следующего момента мою запись как только можно перекосила. Поэтому мы переходим к моменту, когда я нашел первую записку. Что-то я нашел. А в штате Колорадо в 1:00 ночи в городе Аврора неизвестный бандит проник в дом и, по данным свидетелям, угрожал семье. Соседи и прохожие позвонили в полицию. Сообщением о сильном шуме. На вызов приехали сотрудники полиции. Как выяснилось, это был его первый вызов. Во время держания
Во время задержания погибла же женщина и был ранен мужчина. Владелец дома на данный момент госпитализирован и, находится в коме. Преступнику удалось скрыться в полицейском... Полицейские не получили никаких увечий. На данный момент он, новый сотрудник, проходит психологическое обследование. Полиция отказалась прокомментировать этот случай. Так. Записки. Одна. Собрано записок из 14. То есть тут надо 14 записок. Вы что, издеваетесь? Пока выключим. То есть какой-то мужик проник в дом. Наделал там делов. Убил нахрен там всех. Я ни хрена не вижу, блядь. Мне надо найти где-то ключ-карту. Может, мне надо в свой офис бежать? Прячься! Я ему прям на глаза попал! А, он сейчас здесь! Хорошо, хорошо. Ох, какой молодец, однако. Что, он вышел? Да, он вышел, он. Вот он. Он сейчас куда идет? Так, походу, где-то вот тут вот шевеляет сейчас. А, он здесь прям, ёперный театр. Ладно, выключу лучше. Ё-моё. Однако было близко. Подождем, заманим ему. Все, ладно. Напролом! А, он прямо здесь. Зайди в эту комнату. В смысле? А. Я могу сейчас? Не, вообще не хочу. Хамуха. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. Нашел! Да! Ой, здравствуйте! Здравствуйте! А чё это вы так вплотную-то подошли ко мне? Пошёл отсюда. Так, ну я нашёл ключ-карту. Сейчас надо только зайти. В принципе, оказывается, всё несложно-то и было. Сразу все тебе прям на пролом дают. Только сейчас надо подождать, когда он идёт.
Ну я, в принципе, теперь знаю, где ключ-карта. Если вдруг умру, то не страшно будет. Ну чё тут ходит? Ты издеваешься? Так, ну он ушел. Только теперь понять, куда он ушел. А! Он сюда! Нет! Черт! Заходи, заходи, сука. Он здесь был! Он прямо был тут! Так, ну я прям... Я прям рядом был. Все, то есть я могу без проблем туда, в принципе, пойти. Если этот хрен уйдет. Хорошо. Выключи. Давайте подождем его. Может, он придет? Ай, пофиг. Класс. Мы попали куда нужно. Да ладно, ты издеваешься, да? Найдите ключ-карту! Класс! Здесь! О, ну здесь я могу прятаться. Одно меня радует. О, там какая-то запись. Опять звуки стрёмные. О! Давай. Возьми. Читай. Скоро будут поступать в институт. Пару раз посещал ту семейную пиццерию, что Что странно, хозяина я так и ни разу и не видел. Ах, вы засранцы такие, а? Афтон, опять ты там? Замешан во всем этом. Возможно, он работает поваром или же не любит показываться людям. Вообще, что-то не говори... Что не говори, а пицца все равно вкусная. Правда, охрана злая. Не дает детям подходить к этим аниматроникам. А жаль, я бы тоже хотел пощупать. Афтон, опять ты? Я же тебя заверту, чую. Так, ну я здесь, в принципе, могу спрятаться, если хочу. Я боюсь выходить. Конкретно так просто. Пусто. Так, ладно, давайте на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Пока что на этом все. Если вам вдруг понравилось это видео, то не забудьте подписаться и поставить лайк. И всем до скорого.